В предыдущих сериях. Я чую мудаков. Еще есть куда-то сюда проход. Я не знаю, что здесь такое. Давайте сходим, мы же любопытные с вами люди. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться вот в этой траве. Между деревьями. Нет, финиш. Это у нас, как сказать, даже поделить можно. Это второй этап. Что будет дальше, я вообще понятия не представляю. Открывайся. Открываются ворота зоопарка. Здравствуй. А вот тут мне вообще не нравится. Я не хочу здесь играть. Алло. Ай, ехала. С вами Битвин. Я рад вас приветствовать на моем канале. Давайте окунемся в эту жуть. Мы с вами познакомились с соперниками, такими как зомби, еще и оборотни. Не знаю, кто будет здесь. Но я вижу опять зомби. Только попробуй ты, сука, в него попади. Так, только не говори, что патроны закончились. Да, патроны закончились. Вот так. Ай да хедшотер. Хедшотер года, просто века. Игра вуаля Resident Evil, я тебе просто отвечаю. Флаг вам в руки, ребята. Разработчики, которые пиздят друг у друга идеи. Редко сейчас... Оу, блядь! Ребята, не, ну... Это уже нечестно. Пиздец, ёбаный нахуй насрать. Нахуя так пугать? Пиздец, откуда ты взялся? Ты, сука, волосатая обезьяна. Да пошел ты нахер. Так нельзя делать, фу. Ебистика, в натуре кругом одна ебистика. Фу. Прикольно, прикольно, ничего не скажу, прикольно. Сюда можно выйти? Так, теперь нам надо найти ключ отсюда, вы. Ладно. Мне нравится, что враги не респавнятся. Это было бы очень неинтересно. Очень глупо. Вот попробуй ты, сука, среди вот этих зарослей разгляди вот эту обезьяну волосатую. Этого оборотня, или как его там еще величать. Так. Это какой-то заповедник, или что это такое? Я могу сюда зайти. А отсюда тоже... Надо найти ключ. Еще тут есть записка, которую я не буду читать, а то сейчас только стоит мне отвлечься, как сзади появится какой-то. Так, бассейн, красиво. Там что-то лежит, нет, это камни или говно этого оборотня. Какой-то пакет. Наверное, с AliExpress. Я не знаю, что еще это такое. Так, я чую запах мудаков. Алло, мудак, появись. Так, высокая трава мне вообще не нравится. В натуре это просто ужастик. Это просто шикарный ужастик. Да. Я далеко не снайпер. Бля, ну пиздюлей я раздать могу. Так, опять начинается лютый музон. Лютые звуки. Фонари-то красота какая, ребята. Красота какая. Особенно кто будет играть на ультрах, те прочувствуют всю мощь. Отсюда тоже надо найти ключ. Я не знаю вообще, вот сейчас мы просто передвигаемся с одной локации в другую, ищем ключи, открываем новые локации. Пока что новых оружий я не вижу в этой игре, но я вижу, что здесь появились оборотни. Достаточно тоже такие мерзкие создания. Мерзкие. Это что, это бывший фонтан?
Где вообще, что это за заповедник? Кстати, сюда можно зайти, но я не горю желанием что-то это делать. Ну давайте попробуем, рискнем. Ай да новые локации. Игра в натуре, ай да Resident Evil. Это точно теплицы какие-то. Так, возможно, здесь мы что-то сможем отыскать с вами. Васяню мы нашли. Васяня! Алло. Не говори, что нет патронов. Ёб твою мать, ну где мне теперь искать патроны? Не-не-не-не-не, Вася. Притормози, Вася. Серьезно? Ну пиздец, все. Кажется, мы с вами наигрались. Найди хотя бы обойму. Хотя бы что-нибудь да найди, друг мой, пожалуйста. За мной этот мудак где-то ходит. Я уже сам потерялся-то. Жуткая атмосфера. Атмосфера здесь присутствует. Игра не страшная, но... дефицит с патронами имеется. Так, мудак за мной. Побежали. В поисках патронов. Так, еще калитос есть. А, калитос, это начало. Это начало. Чья корова не мычала. Так, мне надо найти патроны. Иначе будет все совсем херово. Патроны я найду. Васяню пристрелю. Я песенки пою. Здравствуй, волосатый. Я песни сочиняю. Сочиняю. Без патронов я никуда абсолютно не продвинусь дальше. Сука, ну где же могут быть патроны? Где же могут быть патроны? Ни хрена ты альпинист. О! Не, ну в натуре, ну где патроны искать-то? Ёб твою мать. Это становится уже как минимум неинтересным. В плане то, что нереально проходить такие игры. Нереально. Так. Там мудак этот. Ну найди ты патроны, ну господи. Где-нибудь на лавочке бы хоть. В видном месте бы поставили. Ну и твою мать. О! Нет, сука. О, блядь! Все, пизда нам, короче. Прибежал волосатый, сука, упырь. Волосатый упырь, вот тут еще и зомбеза, еще я прыгаю как инвалид, пиздюлей я получил, валим мы назад, зарегениться нам надо. Так, быстрее аптечку, юзаем аптечку, отлично. Так, заюзали аптечку. Скажи, пожалуйста, что где-то здесь есть патроны. Скажи, пожалуйста. Ну почему здесь... Я видел мудака на дереве. Какого хера он там появился? Блин, ну у меня реально нету патронов. Что мне делать? Пацаны, помогите. Дайте мне обойму хотя бы. Хотя бы что-нибудь, сука, дайте. Почему дефицит такой? Это потому, что прицел. Вы видели, какая здесь просто отвратительная стрельба. В плане прицеливания. Оно здесь нулевое. Приравнивается к залупе. Так, ну здесь хотя бы я найду патроны-то. Среди каких-то непонятных растений. Ну почему здесь так тяжело поставить пачку с патронами? Ну почему, сука?
Ой, блядь, там стоит эта волосатая обезьяна. И куда я вот сейчас пойду? Ну, ребята, ну это уже не прикольно. Опять эти криповидные звуки. Я пойду по лесам. Глядишь, мне повезет, я найду в лесах патронтасы. Ой, я могу залезть наверх, интересно. Серьезно, я могу подняться наверх? А меня там мудаки отсюда не достанут, да? Вон он уже скачет, Уилла этот. Погоди, я что, застрял, что ли? Алло! Ядрить, колотить, я застрял. Я застрял в перилах. Нет, чувак, давай-ка ты повыше позалезешь, а то я сейчас получу таких знатных пиздюлин, которые тебе не снились никогда в твоей жалкой жизни. Так, а если серьезно поговорить, где здесь, сука, клавиша приседать? Она здесь вообще есть, нет? Все, пиздец, побежали отсюда вон нахуй. Так, это обезьяна паршивая. О, она бежит за мной! Она, сука, бежит за мной! Мне некуда спрятаться, негде скрыться. Везде эти упыри, везде нет патронов у нас. Так, здесь этот мудак. Вакает там, хрякает, хрюкает, пукает там. Ну положите его на лавку, патроны. Да что такие жадные скотины, крысы вы такие позорные. Интересно, этот мудак волосатый может сюда проскочить-то, нет? Я просто трачу аптечки. Так, давайте походим по разрушенной хероте. Может, здесь нам повезет-то хоть как-то, мы найдем в этой кучке дерьма патроны. Короче, пока здесь у нас оборотни и зомби. До этого момента, до вот этого уровня, было все просто. Все просто идеально, четко. Мы проходили с вами. Не говори только, что ты застрял. Ты мудак, сука. Дай я туда пройду. Туда что, нельзя пройти, что ли? Да мне везде можно. Так, где я теперь очутился? Погоди, что-то лежит тут, да? Нет, сука, это просто подсветка от фонаря. Что вот это вот за бункер такой? Что это за речка? Что это за канава? Куда я вообще вышел? Алло. О, Васяня там скачет. Там скачет Васяня. Не, не туда я не пойду, ну его нахуй. Воу! Погоди, Лёшик, у меня нет патронов. Лёша, нет патронов у меня, я так с тобой играть сейчас не буду. Мне просто нечем с тобой играть. Вот если я найду, то мы с тобой, может, немножечко поиграем. Так, ну скажи мне, что тут где-то есть патроны. Там еще мудак, сколько же вас? И где мне, сука, найти ключ-то, а? Вот в этой куче дерьма. В этом поганом, вонючем лесу. Так, Вася. Лёшик. Лёша. Алёша застрял.
Так, пока Алёша там застрял, мы с вами попробуем отыскать патроны. О, мостик. Ну-ка. Мостик, это, конечно, хорошо. Куда я вообще убежал? Ёб твою мать. Там еще какой-то мудак стоит. Боже, как играть в эту залупу, если нет патронов? Так, я чувствую запах мудака. Ребята, ну где патроны найти? Ой, блядь. Ну началось, твою мать. Ну выпрыгни ты отсюда, во. Мудозвонище ты. А я за баррикадой. Попробуй достань меня. О, там второй скороход подбежал. Ну все, пиздец. Пиздец, друзья, кладбище. Пиздец, куда я забрел на? Куда я прибежал? Че вообще надо делать? Да, я уйду отсюда. Я хочу убежать с этого поганого проклятого места. Да, я спрыгну. Дай мне сесть в лодку, да я соебну отсюда. Короче. Я не знаю, надолго ли хватит меня. Это, чувствую, серия будет самая длинная серия за всю историю мою. Хорроров. Блядство, не видно ничего вообще. Просто кромешная тьма. Леса, болоты. Кладбище, твою мать. А у меня нет патронов. Вон стоит мудак. По-любому он охраняет пачку с патронами. Ну сколько же вас, ну твою мать, ну откуда найти патрона столько-то, ёб твою мать-то, сука. Давай я пробегу вот так мимо тебя. О, у тебя есть ключ. Чувак, погоди. Да ёбаный ты насрал. Так, там есть ключ. Чё? Так значит, откуда только этот ключ? Там же у нас несколько дверей. Так, ну хорошо. Что-то мы уже с вами нашли. Что-то подобрали. Не надо застревать здесь. Так, я хочу этого мудака. Бляха-муха, тут голова еще. Оу, чувак! Ты провалился? Господи! Просто трэш здесь. Так, мне надо вот этого мудака сейчас отбежать. Так, не напороться на очередного мудака. О, молодец, ты решил срезать. Ну ты глупец, конечно, чувак. Сейчас заберу... А, это другой, твою мать! Куда нахуй бежать теперь мне? Куда? Не надо, сука, застревать. Не надо застревать в деревьях. Не надо застревать. Так, отвалите нахер. Я сейчас заберу ключ и съебусь отсюда. Вот. Куда-нибудь назад. Я уже не знаю, куда идти-то. Просто некуда идти здесь. Хорошо, мы нашли ключ с вами. Так, надо валить отсюда. Вот. Теперь бы вспомнить путь назад. Давай. Хорошо, что у тебя хотя бы бесконечная выносливость. Если это можно назвать, конечно, выносливостью. Так, назад. Я как-то через какие-то ебеня прорывался. Вот сюда я ходил. Вот здесь я от мудака убегал. По вот этим, сука, камням. Ну ты Емеля, давай прыгай. Так, еще какая-то беседка. Опа! Живем.
Так, это куда дорога ведет? Погоди, погоди, друг. Мне надо разобраться, откуда вообще пришел я. Так, вот, хорошо, я, кажется, нашел путь. Так, только не встретить эту мохнатую обезьяну. Ага, вот тут была закрыта. Вот, иди сюда, сука, у меня теперь есть патроны. И что я должен здесь найти? А, реально? И все, что ли? Фу. Дорогие друзья. Друзья мои дорогие. Трэш, оказывается, только начинается. Весь трэш оказывается, наверное, здесь. Я не знаю, это какой-то бункер. Я из леса сюда прибежал. У меня есть абсолютно немного патронов, есть аптечка. Я не знаю, как я сейчас я буду здесь выживать. Но я буду выживать уже в следующей серии, друзья. Поэтому делитесь этим видео, сука, рассказывайте друзьям. Поддержите автора лайком, пожалуйста. С вами был Битфинт, и всем пока-пока. Бай-бай, детка.